Поговорим о способах вычитания. 73 вычесть 5. Вот мне ближе способ следующий. Я число 5 раскладываю на 2 удобных слагаемых. 3 и 2. Число 5 равно 3 плюс 2. Мне удобно от 73 вычесть число 3. Это будет число 70. И потом вычесть еще число 2. И мы получили ответ число 68. Еще раз. Число 5 разбиваю на 2 удобных слагаемых. 73 вычитаю 3. И потом от 70 вычитаю число 2. 73 вычитаю 3. И вычитаю число 2. 70 минус 2 – 68. Можно выполнить это вычитание другим способом. Например, 73 разбиваю на 2 слагаемых. 60 плюс 13. Вот это у меня число 73. И вычитаю число 5. Понятно, что удобнее вычесть 5 из числа 13. То есть я помню, что у меня есть число 60, к которому я прибавлю разность чисел 13 и 5. Напоминаю, что все это делаем устно. 13 минус 5 равно 8. 60 прибавить 8, получаем 68. Ну а теперь поговорим о приемах вычитания двузначных чисел. 73 минус 15. Тоже можно работать несколькими способами. 73 вычитаю 15, которая разбита, на 2 удобных слагаемых. Например, 10 и 5. 73 минус 10 – 63. 63 минус 5 – 58. 15 можно разбить еще одним способом на 2 удобных слагаемых. Например, 13 плюс 2. Очень удобно вычитать из числа 73 число 13. Результат 60. И от 60 вычитаю еще число 2. Получаю число 58.